Чтоб с тобой остаться от бездушных слов, стоит воздержаться. Это карусель, чтобы в ней вращаться. Не хватает сил, чтобы улыбаться. Будем возвращаться, будем возвращаться. Привет всем, привет. Меня слышно? Музыка не мешает? Слетело счастье, мы одно в отчасти. Всем привет, друзья! Привет, самая красивая артистка! Привет, 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 солнышко, привет! Очень долго ждал эфира. Здравствуйте, друзья мои! Наконец-таки вышла я в эфир. Особо до этого было куча каких-то дел, проблем, и настроения особо не было, а сейчас вот все прекрасно, солнце светит, весна наступает, работы много. Привет, здравствуйте, дядя Коля, здрасте. Не мешает ли вам музыка? Все хорошо, может тише сделать? Ой, насыщенный сегодня очень такой день. С утра уже я пела на премии «Женщина года 2017», организованные Союзом женщин Республики Беларусь. Во сколько будете выступать на Чижовке-арене? Я, собственно, уже приехала на Чижовку-арену, около 5 часов буду. Как прошел 8 марта? Значит, 8 марта весь в работе. Спасибо друзьям моим, которые позаботились обо мне, чтобы подарить цветы. И спасибо за внимание всем, кто пришел. Здравствуйте, привет, Аленка, привет. Приветик, прекрасная Аленушка. Игорюша, привет. Ты прекрасна, как весна. Как весна, столько позитива исходит, спасибо. Так вот, спасибо всем моим друзьям, которые не забыли про меня 8 марта, прислали мне цветы, подарили, написали смски, кто-то звонил. И, конечно же, хочу поблагодарить всех, кто пришел 8 марта. Как часто выпадают выходные? Пока не очень. Завтра, а нет, завтра не выходной, все. У меня выходной, наверное, только будет 1 апреля. Так, значит, так вот, хочу поблагодарить всех, кто пришел 8 марта в ДК МАЗ. Настроение, честно, было такое вот взволнованное, но все прошло, в принципе, удовлетворительно для меня, но я ж перфекционист. Хотелось, конечно, порадовать всех и со всеми пообщаться, вот, но, к сожалению, и некоторые люди, которых я приглашала, они не пришли, хотя мне очень хотелось бы их видеть. Но каждый сам выбирает то, что хочет. Так, есть вопрос, как можно доставить подарок для тебя из другого города через Помаш? Друзья мои, сейчас 21 век, нет никаких проблем, служба доставки, пожалуйста, мне напишут в Инстаграм, и я получу ваш подарок. Мне будет очень приятно. Вот. Что у нас дальше? Тут зависло что-то, да? И музыка у меня зависла, и все зависло. Сейчас я буду петь юбилей заводского района около Чижовки-арена в 5 часов вечера где-то, а потом поеду, значит, отборочный тур национального нашего белорусского конкурса «Славянский базар». Я напоминаю, что в 2011 году я его выиграла. Заняла гран-при, а в этот раз я уже буду принимать участие как приглашенный гость и исполнять несколько композиций в театре эстрады. В 7 вечера встречаемся. Алена, привет, хорошего тебя, ты лучшая. Спасибо, Виталичек, спасибо, дорогой. Вот, видела твои фотографии, прекрасно смотришься, прекрасно убираешь квартиру. Тебе очень, да, очень колоритно. Прекрасная фотосессия, молодец. Так, это все понятно, на какой адрес направлять, намекни, пожалуйста. Ну, в социальных сетях есть адрес продюсерского центра «Спамаш», сейчас на Козлова, я так понимаю, уже мы переехали. 355-60-60, это Волком, не ошибетесь, это номер моего директора, через директора я получу подарок ваш, если вы хотите мне что-либо передать.
Значит, планы такие, очень много различных выступлений завтра. Сейчас я открою ежедневник, вам скажу, что завтра принимаю участие в благотворительном мероприятии. Концерт для детей с синдромом Дауна, благотворительный. Точно время еще сообщу и где место где будет проводиться, следите за моей лентой новостей. А далее в понедельник я еду принимаю участие в БПС Банк, у них день открытых дверей. В Бресте буду, так что всех жду в Бресте. А потом я улетаю 20 марта в Грузию на 4 дня, Дни белорусской культуры будет проходить в Тбилиси. После этого я прилетаю. Значит, и у меня единственный выходной 25 числа. Ну и там начинаются съемки различные, а 2 апреля я буду в Москве. День единения Беларуси и России, будет праздничный концерт, так что буду принимать участие и петь под оркестр Сергея Жилина. Оркестр, который сопровождает все телепроекты «Голос». Знаете, да, такой проект? Вот. Россия не планируется 2 марта, повторяю, Москва. Точно еще время, подробностей я еще пока не знаю, но следите за новостями, все будет написано или в ленте, или в группе ВКонтакте. Немного приболела, кстати, ну, что поделать. Погода у нас сейчас такая переменчивая, и где-то болеешь, где-то не болеешь. Ну, наверное, болезнь – это внутреннее состояние, эмоциональное твое. Где-то я дала слабинку, но вчера уже занималась в тренажерном зале, никаких болезней, никаких. Нам сейчас болеть нельзя. Намечаются очень хорошие события в моей жизни в середине апреля. Когда Москва 2 апреля будет? В середине апреля мы приступаем к съемкам клипа нового. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но по мере возможностей. По мере возможностей. 2 апреля, не наверное, буду 2 апреля в Москве. День единения России и Белоруссии. 2 апреля. А, 2 марта я сказала? Сори, 2 апреля, конечно же. Конечно, 2 апреля. А кому не терпится, можно прямо сейчас приехать на Чижовку-арену, и я буду здесь петь на улице. А, юбилей автозаводского района. Да. Да. Так, что еще вас интересует? Вроде так пробежалась по графику. Что еще? Еще, значит, скоро выйдет новый дуэт. Уже к концу месяца. Мы его запустим на радиостанции вместе с Алексеем Ромом. Девчонки, трепещите. Так, новые песни. А, кстати, диск у меня вышел. Друзья мои, где он мой диск? Положила я вот. Диск «Я жива». Пока в продаже нету его. Но на моих концертах, я думаю, что можно будет получить мой диск. Вот, «Я жива» под названием. Здесь, собственно, 14 треков, но и вместе с тем я решила в этом году порадовать, и я приостановлена из-за слабого сигнала. В Чижовке не ловит, значит, интернет. Жарень, жарко мне, не знаю, как вам, -5 градусов, и мне показывает на солнце, но мне все равно жарко. Сейчас буду петь на улице. Вот, собственно, перечисляю, какие песни вошли в диски «Привезешь в Москву» для преданных поклонников. Обязательно, девочки, приходите, обязательно привезу вам диски. Значит, «Я жива», «Вендетта», помните такой трек? Один из самых моих любимых. «День-ночь», «Роман», «Тишина», «Если бы не ты». Вот, кстати, новый дуэт. Кто получит диск, у того будет возможность первым услышать этот дуэт. «Спит», «Полюса», «Тишиня», «Маленькая родина», «Возвращаюсь» и «Куточек Беларуси». Здесь и есть как для поклонников
популярной музыки треки, собственно, так и для поклонников белорусскоязычных песен. Я не то чтобы являюсь пропагандой белорусского языка, мне кажется, как-то не очень подходит это на самом деле слово, пропаганда какой-то такой негативный оттенок несет. Я стараюсь показать, что наш белорусский язык очень красивый через песни свои, через ту энергетику, которую я вкладываю в песнях. Так, а зачем вы пели на сольном концерте в ДКМС? Корсак Дмитрий. Дмитрий, очень глупый вопрос. Зачем я пела на собственном концерте? А зачем артист, ну, вообще дает концерт? Артист поэтому и живет, и дает эти концерты, чтобы людей радовать. Мы же артисты для людей работаем, а не для самих себя. Только это все для людей. В смысле пела под плюс? Где я пела под плюс? Вы что-то ошибаетесь. Аленушка, как самочувствие? Спасибо. Уже намного лучше. Я вот хочу понять. Так, вот. Самочувствие же намного лучше. Собственно, уже сегодня вся в работе. Вчера посчитала нужным уже сходить в тренажерный зал и выгнать свою болезнь через спорт. 2,5 часа я занималась. Сегодня намного лучше. И, кстати, я очень люблю засыпать под свежий воздух с открытым окном. Друзья мои, напоминаю, что в скором времени, буквально в 17:00, я буду петь около Чижовка-арена, юбилей заводского района, так что приходите, приходите, будем с вами здесь петь песни и танцевать. А потом вечером в 19:00 встречаемся в Театре эстрады. А я буду там тоже принимать участие, национальный отбор Славянского базара, и тоже исполнять несколько композиций как приглашенный гость. Давайте сделаем перекличку, кто откуда нас смотрит сейчас. Вы хотите сказать, что вы пели вживую? Для того, чтобы говорить такие вещи, что я пела под плюс, нужно хотя бы, наверное, иметь к этому отношение. Дмитрий Корсак. Так, какую песню? Что, какую песню? Уточните, пожалуйста, что, какую песню, что я исполняла. Так, значит, рассказываю еще раз, что вышел мой альбом под названием «Я жива, видно?» Его там вам нет. Вот так вот видно, да? Можно... Дай телефон директору, чтобы она поснимала в эфире. Будет возможность, обязательно поснимаем и выложим в интернет. Вот. Мне кажется, что вот предыдущему комментатору за 13 лет нахождения на сцене и выигранных конкурсов за моими плечами вопрос живого исполнения должен отвалиться сам собой. Потому что, наверное, я один-единственный артист, который крайне редко себе позволяет исполнять песни под фонограмму плюс один. Так как мои произведения, если человек Дмитрий Корсак, вы знакомы с моим творчеством, они достаточно сложны. И тот же «Куточек Беларуси», та же «Маленькая Родина», та же «Белая ласточка», которую я исполняю на всех, практически на всех мероприятиях, они развеивают всякие сомнения. А если мне и зачастую, может быть, где-то на каких-то проектах... Вот. Я думаю, я исчерпывающий ответ вам дала, что касается живой фонограммы. Живого исполнения и неживого исполнения. Минск. Насчет Минск, да, но насчет плюса я с вами, Алена, согласен, если ты не имеешь отношения к музыке, не надо говорить живую, да или нет. Ну,
ради бога, по-разному же складываются ситуации, я тоже не святая. Но там, где есть возможность, максимально все-таки я всегда пою живьем. Это правда. То есть, ну, даже сегодня с утра, когда все-таки у меня был еще осипший голос, в 12 часов дня я уже пела сложное произведение. Так что, может быть, как раз-таки, если я желающий, могу что-нибудь вам спеть. Ну, Алена, не обращайте внимания, кому надо, тот знает, что ты делаешь свою работу качественно, уважаешь своего зрителя и прежде всего саму себя. Безусловно. Ну, я честно вам признаюсь, особо если плюс мне приходится петь, то я не чувствую энергии. Я все-таки всегда за минус один. Всегда отстаиваю, и даже зачастую бывает так, что ты на концерте единственный, кто поет живьем. То есть и здесь уже понятно, что микрофон не отстроен. То, что получается там, ты уже за это, конечно, ответственности не несешь. Какой звук тебе отстроили? Когда ближайший концерт за РБ? 2 апреля. А, значит, с 20 по 24 марта это Грузия. Дни белорусской культуры. Я уже не в первый раз туда еду. Под оркестр. Под президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина мы летим в Грузию. А 2 апреля это Москва, День союзного государства Беларуси и Россия. Под оркестр Сергея Жилина. Очень нравится песня «Я жива». Вы будете петь? Да, буду петь. Могу еще, конечно, станцевать, если вы попросите за отдельную... По самой большой дружбе, да. И опять туман над рекой расстелится, заметет зимой белая метелица. Зацветут сады по весне душистые, осень соберет листья золотистые. Вот такая новая песня у меня вышла под названием «Маленькая Родина». Можно ее здесь будет услышать на моем диске под названием «Я жива». Так, что-то тут очень много всего. Спойте спела. Возле Чижовки арена. Да, буду петь возле Чижовки ближайшие полчаса. У вас есть свой микрофон, как у Киркорова. Желаю здоровья и нас радовать. Да, есть у меня свой собственный микрофон. Ну, давайте раскроем тему микрофона. Дело в том, что микрофон – это очень такая индивидуальная и гигиеничная штука. Понимаете, о чем я, да? Потому что все-таки, когда в твой микрофон поют огромное количество совершенно разных людей, то, да, это как-то не гигиенично. У меня есть собственный микрофон Sennheiser. Мне его подарили 2 года назад, так что, или 3 года назад, я уже не помню. Меня он вполне устраивает, может быть, конечно, он не самый дорогой. Возможно, когда-нибудь у меня будет микрофон, как у Рианы, за 100 тысяч долларов. Но мне вполне пока подходит этот. Стараюсь, чтобы все-таки на тех мероприятиях, где у меня огромное количество песен, большое количество песен, то я стараюсь петь, подключать свой собственный микрофон, так как я уже привыкла к определенному звучанию. Этот микрофон лучше всего передает тембр и окраску моего голоса. Сложно тебя в Минске встретить? Не знаю. Возможно, сложно, а может быть и нет, смотря где, что конкретно вы хотите. Очень ждем в Москве, что будете петь. На данный момент мы еще обсуждаем с оркестром, что мы будем петь. Напоминаю, 2 апреля это Москва, союзное государство Беларусь и Россия, а с 20 по 24 я в Тбилиси. Если вдруг есть поклонники, которые хотят со мной сфотографироваться и взять автограф, то, пожалуйста, пишите в Инстаграм, я скажу, где я буду, что находиться. Всем привет еще раз, кто к нам присоединился. В ближайшее время план такой на сегодня. Чижовка-арена, юбилей.
Ильинки заводского района, а вечером в 19.00 театр эстрады, отборочный тур Славянского базара. Завтра ночью меня пригласили принять участие в каком-то конкурсе красоты мужчин. Это будет проходить ночью. Подробности еще пока не знаю, поэтому все сообщу заранее. Здравствуйте. Есть идея организовать встречи с поклонниками в Москве. На самом деле в Москве я бываю наездами, и приходите, короче, сами. Все просто и открыто. Это же Москва. Пока ты доедешь, тебе уже выступать надо. Пока ты выступишь, тебе уже надо ехать спать надо. Как-нибудь, возможно, придет время, организуем. Вот девчонки захотели прийти на концерт Александры Яловских. Они пришли, сфотографировались со мной, мы пообщались. Вот, девчонки, вам особый респект. Спасибо. Вы сделали этот вечер мой. Так, ну что, наверное, на этом эфир закончен. Всех люблю, целую, обнимаю. Вам прекрасно встретить эту весну. Пусть все.